Праздничные шествия, народные гуляния, выставки и концерты. Во всех городах Грузии сегодня проходят торжества в честь Дня независимости страны. В Тбилиси праздник отметил и наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Народные гуляния начинаются отсюда, с площади Свободы, с самого сердца грузинской столицы. Ну а далее следует проспект Руставели. 1,5 километра главной артерии Тбилиси превратились в одну большую пешеходную зону. Повезло и с погодой. Несмотря на объявленный дождь, солнце – самое время. Ходить пешком и на Руставели есть что посмотреть. Народные умельцы готовились к празднику. На выставке сувениры, изделия народного промысла, игрушки. Многие работают прямо здесь. Можно засмотреться, главное не отбиться от компании, хотя и такое случается. Я сюда пришел вместе с друзьями, но меня так заинтересовали работы из дерева, что остановился у павильона. Сейчас буду искать своих. Вообще здесь очень интересно и красочно. Кого здесь только не встретишь, уличные музыканты, герои сказок, для школьников открытые образовательные уголки. Есть где поиграть в спортивные игры и даже проверить свои знания по истории и географии. Сегодня очень важный день для нашей страны. Я рад, что так много людей вышли на улицу. Это по-настоящему народные гуляния. 101-ю годовщину со дня провозглашения Первой Республики отметили по всей Грузии. Праздничные мероприятия прошли и в Причерноморском Батуми, и в Кахете, и в Зугдиде. Михаил Рыбакидзе, Хвича Самадашвили и Бесоми Кокишвили. Мир 24.